Ну, к делу. Пойдешь или будешь языком чесать? Знаю, что тут искать, но вот мы здесь. Плохо пахнет. Фу. Что это? Туман проклятый. Проклято? Верно. Немного подышать можно, но задержимся, погибнем. Чудное местечко этот Нифльхейм. И что это за странная штука? Да, странный материал. Посмотрим.
А, ну надо же, какая встреча! Не думал, что встречу тебя здесь. Какой мерзкий туман. Думаешь, меня испугает проклятый туман? Вообще-то да. Я пытаюсь создать доспехи, которые защищают от него. Материалы, которые мне нужны, здесь, в мастерской Ивальди. Но они покрыты этим туманом. Готовься. Эти доспехи видели в центральной комнате мастерской. Вход в нее закрыт. Но если у меня будет эхо тумана, то я смогу сделать камень-ключ. Пожалуйста. Не советую долго оставаться в тумане. Вонь прилипнет к волосам, оружию, броне. И я не прикоснусь к твоему добру, пока ты не сожжешь всех этих крошечных тварей в огне Муспельхейма. Кроме того, он тебя убьет. Найти в мастерской эхо тумана не проблема. Но вот выжить при этом... Где это мы? Вы у входа в мастерскую Ивальди, символа гениальной гномьей изобретательности. Почему здесь так воняет? Мерзость. Да. Ну, это долго рассказывать. А если вкратце, Ивальди полез туда, куда не следовало, и сейчас вы дышите последствиями. Значит, Ивальди создал туман? Нет, нет. Туман в Нифльхейме был всегда. И снег. Бесконечный снег. И ветер. И лед. Тут всегда было мерзко. Но Ивальди сумел подчинить себе силу холода. И создал чудеса, которые потрясли людей и богов. Ого! Ого! И что было потом? М? Когда Ивальди создал чудеса. А, ну да. Одину не нравилось, что гномы создают устройство великой силы, поэтому он решил вмешаться. И Вальди пришел в ярость и отомстил. Ситуация обострилась, и вот что вышло. Проклятый туман. Поэтому с богами лучше не связываться. Что-то написано. Когда мы уходим, тут все перемещается? Невероятно. Атрей, соберись. Здесь очень опасно. Гномья изобретательность впечатляющая и опасна. Центральная комната.
Ивальди, все здесь. Разнес. Правда, тут и раньше было не очень. Но эхо осталось, и его можно собрать. Вы нашли достаточное эхо и не погибли? Потрясающе! Синдри, как ты делаешь вещи из тумана? Ты не поверишь, но раньше гномы создавали из тумана настоящие чудеса. Ищи и дальше эхо тумана. Оно мне очень пригодится. Отец!
слабее. Приятно. Можешь их надеть? Нет, она мала мне и слишком древняя. Отнесем ее гному.
волки! Агент, берегись! Браво! Выбираться из тумана.
Фу! У вас нездоровый вид. Это то, о чем я думаю? Никчемная броня? Никчемная? Ха, маловер. Эти доспехи носил сам Ивальди. Да, они знавали лучшие времена. Но с помощью эха тумана я их восстановлю. И тогда они будут защищать от проклятия Ивальди. Если в мастерской нет больше ничего ценного, нет смысла здесь оставаться. Ты видел сундуки в центральной комнате? И в глубине тоже полно добра. А еще там три разрыва мира, конечно. Но с ними лучше поосторожнее. Почему? Это же настоящие разрывы в ткани реальности. Хочешь засунуть в них руку? Валяй!
Ну, чем могу служить? Иногда лучше вообще ничего не купить. Брат, пора идти. Yeah.
Справишься?
вас нездоровый вид. Yeah!
Держись! Серьезно, будь осторожен с этими разрывами. Ты можешь хотя бы просто поздороваться. Летим!
Брат, пора идти. Отец, проклятие! Во! В разрывах мира Ивальди якобы спрятал какую-то страшную тайну. Но кто знает, гномы такие странные и... Да, я помню, что я тоже гном. Отличная вещь! Я плохого не посоветую. Попросите. Носите аккуратнее. Это великолепно.
есть еще разговор?